начали вырисовываться временные рамки ядерной войны прошлого. Самый пик пришелся на 1780-1816 годы. В 1816 году уже началась ядерная зима. Год без лета. 3 года в северном полушарии даже летом был мороз. Я хочу показать в данной статье, что мир уже был глобален до начала этой войны на примере инженерно-архитектурной школы, которая была едина для всей планеты. В данный момент можно абсолютно точно брать на вооружение 2 факта. Факт номер 1. До начала войны 1780-1816 года большинство городов на планете было выстроено в едином античном стиле. Я имею в виду жилую недвижимость, здания которой ныне относятся к храмовым постройкам и постройкам неизвестного назначения типа пирамид Гизы, пирамид Майя и так далее отличаются. В Западной Европе античная архитектура сохранилась лучше всего. Во всем остальном мире большая часть городов была уничтожена полностью. Некоторые пострадали частично, поэтому античные здания дожили до наших дней и преподносятся под видом колониальной архитектуры. Это, конечно, ерунда. Тем, кто переформатировал мир, было не до постройки зданий по красивым проектам во время регулярных восстаний и боевых действий. Факт номер 2. Все античные города на планете были окружены гигантскими циклопическими сооружениями в виде звезд, которые нынче называют бастионные фортификационные сооружения. Строительный объем одной такой звезды вокруг крупного города часто равен строительному объему самого города. Миллионы кубометров земляных работ и миллионы кубометров строительного камня. Причем камня филигранно обработанного машинным промышленным способом. Фортификационные функции звезд можно ставить под сомнение, потому что есть много маркеров, которые обесмысливают эти функции, но об этом позже. Используя Google Maps и Google картинки, можно убедиться в истинности 2 вышепредставленных фактов, а также узнать, что, реализуя принцип «разделяй и властвуй», нынешние рулевые, выигравшие эту войну, вот уже на протяжении 200 лет усердно стирают с лица земли города в античном стиле, а особенно звезды. Делается это для того, чтобы разорвать единое архитектурное поле планеты, дабы современное население не догадались, что раньше мир уже был глобален. Проверяем факт номер 1. Вот происходит постройка англо-французскими войсками дворца в колониальном стиле в Китае. А вот был дворец в Китае, Юан Мингиан. После посещения англо-французскими войсками стал таким. Англия в середине и конце 19 века провела более 200 войн. Если и не участвовала в войне прямо, то опосредственно всегда присутствовал ее интерес. И везде выиграла и стала империей, над которой никогда не заходит солнце. Все эти войны больше похожи на карательную зачистку остатков вооруженных сил на уничтоженных ядерной войной территориях и создание там оккупационных администраций. Очевидно, что без тотально военного технического превосходства реализовать такой масштабный передел мира было невозможно. Далее фотографии, подтверждающие единство мировой архитектуры. Здесь нам представлены Токио, Йокогама, Арита, Япония, Буэнос Айрес, Аргентина, Сантьяго, Чили. Чикаго, 19 век. Вы можете поверить, что такой комплекс могли спроектировать и своять в мраморе потомки конкистадоров, которые, страдая цингой, плыли на деревянных посудинах 6 месяцев в Америку. Еще раз Чикаго, США. Сиэттл, США. Севастополь до 1853 года. Севастополь до 1853 года, другой ракурс. Москва, Россия. Омск, Россия. Пермь, Россия. Керчь, Россия. Владивосток, Россия. Американские войска во Владивостоке в 1922. Симферополь, Россия. Саратов, Россия. Таганрог, Россия. Развалины замка Мещерских, Московская область, Россия. Церковь в Устье, Рязанская область, Россия. Киев, Украина. Одесса, Украина. Тегеран, Иран. Ханой, Вьетнам. Сайгон, Вьетнам. Паданг, Индонезия. Богота, Колумбия. Манила, Филиппины. Карачи, Пакистан. Шанхай, Китай. Манагуа, Никарагуа. Калькутта, Индия. Принц Уэльский вошел с армией. Дворец в колониальном стиле уже стоит. Калькутта, 1813. Индия. Кейптаун, Южная Африка. Сеул, Корея. Мельбурн, Австралия. Брисбен, Австралия. Уаксака, Мексика. Мехико, Мексика. Торонто, Канада. Монреаль, Канада. Остров Пенанг, Джорджтаун, Малайзия. Бангладеш, Дакка. Пхукет, Таиланд. В этот список нужно также добавить те уничтоженные города, которым манипулятор присвоил статусы древнегреческих и древнеримских. Это все чушь. Они уничтожены 200-300 лет назад. Просто из-за запустынивания территории жизнь на обломках таких городов в основном не возобновилась. Итак, Тимгат, Алжир, Африка. Пальмира. Сравните здания. Их проект и первоначальное функциональное назначение идентично. Ливан, Бальбек. Православный собор Святого Петра и Павла, Севастополь. Старый музей в Керчи на горе Митридат. Вальгалла в Регенсбург, Германия. Храм Посейдона, Италия. Парфенон, США. Храм Аполлона в Дельфах. Храм Тезиуса в Вене, Австрия. Храм Гефеста в Афинах. Париж, церковь Мадлен, 1860. Храм Гарни в Армении. Продолжать можно бесконечно. На что следует обратить внимание? Официальная история врет, что все эти здания были построены в середине-конце 19 века. В это время уже вовсю применялся фотоаппарат. Так вот, вы нигде не найдете фотографии постройки более-менее серьезного объекта, хотя их строили массово в это время. Был настоящий строительный бум. Весь мир в 19 веке воевал, и в то же время весь мир массово застраивался античными зданиями, многие из которых сейчас нельзя построить. Театры и оперы в военное неспокойное время не строят. Почти на всех фотографиях 19 века бородатые люди в изношенной одежде, в бесформенных старых сапогах, в основном ведут земляные работы, возят на тачках землю, используют довольно примитивные подъемные краны из бревен, иногда паровые машины для земельных работ. Но фотографии, на которых четко было бы видно наполовину выстроенные здания типа Венской оперы, нет. Итак, переходим к факту номер 2. Города-звезды. Они есть на всех континентах, кроме Австралии. В Австралии уничтожены полностью. Что удивительно, о них мало кто знает. На сегодняшний день обнаружено около 1000. Итак, самый известный объект в форме звезды в России – Петропавловская крепость. Он же единственный, который отлично сохранился. Сотни, а может и 1000 были уничтожены за последние 200 лет. Очень часто наружный склон такой звезды облицован качественной каменной кладкой. Вес блоков может достигать тонны и более. иногда склон земляной. Въездные ворота в звездные форты часто выполнены из камня с очень качественной фрезерной обработкой. Почти все триумфальные арки в мире – это въездные ворота через стену в бывшие звезды. Внутри и снаружи находится каменная инфраструктура, подобная Петропавловской крепости. В Европе небольшие города-звезды сохранились прекрасно, они выглядят вот так. А на территории бывшего СССР вот так. Брестская крепость. Диаметр этой звезды 2 километра. Внутри она была застроена такими же домиками, как и на двух картинках выше, но сейчас все это стерто в пыль. И это общая тенденция почти для всех городов планеты. Лучше всего звезды вместе с жилой инфраструктурой сохранились в Западной и в меньшей степени в Восточной Европе. Просматривая современные города через Google Земля, бросается в глаза патологическая тяга манипулятора к уничтожению звездных систем. В Европе демонтировали аккуратно, сохранив окружающую инфраструктуру. Для примера покажу 3 европейских города – Турин, Страсбург и Антверпен. Но это правило работает для любого города. Итак, план Турина в 1799 году. Турин в 1682 году. И Турин сейчас. Следов этой гигантской стены в форме звезды и канала вы не найдете. Была проделана огромная работа по демонтажу с целью скрыть сам тип таких сооружений. Далее у нас план Страсбурга. Страсбург в 1644 году и Страсбург сейчас. Базилика со шпилем на месте, каналы на месте, стены с бастионами нет. Страсбург со спутника. Стена с бастионами аккуратно демонтирована. Антверпен. План от 1642 года. Он наклонен на 90 градусов. Длина горизонтального отрезка от левого края этой звездной стены до правого 5,7 километра. Объект огромен. Второй план Антверпена. Видите, снизу и справа находится 8 фортов, обозначенных ромбами. Сейчас мы посмотрим на спутниковую фото, на ней мы увидим, что от стены остался только канал. От фортов тоже остались только земляные насыпи, 8 штук, я их обвел красным. Ширина каждого форта 600 метров. А как же дела обстоят на территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана и так далее? Хуже, гораздо хуже. Все сравняли с землей. Аутентичных античных построек почти не осталось. Все эти сталинки, хрущевки – это быстровозводимые бараки, фактически по-быстрому построенные по типовым проектам, чтобы выжившее население могло перекантоваться и демографически поддержать количество рабочей силы. Москва, 17 век. Думаю, внутри кольца в то время архитектура была гораздо масштабнее Турина и Парижа. Киев. Еще раз Киев. Сохранился фрагмент. Домишки уже убогий новострой. Оренбург. План Оренбурга, наложенный на спутниковый снимок. Очаков. Также с наложением плана на снимок. Измаил. Измаил со спутника. Измаил с наложением плана на снимок. Херсон. Херсон-спутник. Манипулятор любит стадионы строить на месте звездных цитаделей. В Одессе также. И Херсон с наложением плана. План Слуцка, Белоруссия. Слуцк, спутниковое фото. Слуцк с наложением плана. Украина. На месте античного города со звездой дачи располагаются. Берег Азовского моря, Петровская крепость под Бердянском. План Петровской крепости. Петровская крепость наложил план на снимок. Россия под Ростовом. Под Ростовом город со звездой на 6 бастионов был. Вот для сравнения такой же в Хорватии на 6 бастионов. Город называется Карловач. Карловач в наше время. Сравнили? Теперь оцените цинизм западных медиа, упрекающих славян и отсталые народы в том, что строить ничего не умеете, живете отстало. А ведь это их руками сделано. но об этом позже. А вот говорящая сама за себя звезда в Северном Казахстане со снесенными 3 ядерными взрывами окрестной инфраструктурой. Позже на пепелище возникла деревенька Становое. И вторая звезда в районе Омска. Рядом воронка более 1 километра в диаметре. Звезду обвел красным. Воронка на месте бывшего города с соответствующей легендой. Озеро Светлояр. Небольшое озеро, затерявшееся среди керженских лесов в междуречии Керженца и Ветлуги, около села Владимирское Воскресенского района Нижегородской области. Получило широкую известность благодаря распространенной легенде о невидимом граде Китеже, будто бы некогда опустившимся на дно его, чтобы не сдаться врагу. Светлояр – название, означающее «светлые и глубокие воды». Действительно, воды Светлояра отличаются частотой, и глубина его достигает почти 30 метров. Шаблон поиска старых планов городов прост. На разных языках сформируйте Google фразу «город старый план», «город старая карта», «город античная карта». Попробуйте на латинском, французском, испанском, немецком и нажмите «показать картинки». Если план будет составлен до конца 18 века, то город будет в обрамлении звездной стены. Подпишись на канал Wake Up Друже с Сергеем Марилом. Добавься в друзья, ссылка в описании. Ставь лайк, напиши комментарий и помоги развитию канала. Распространи видео, чтобы люди могли узнать больше правды. Благодарим заранее, надеемся, что ваше сознание выйдет из морока.